появился конкурс лидера корпоративной благотворительности, общественная палата, лице комиссии по развитию благотворительности, этот конкурс поддерживала и даже имеет собственную номинацию. И, на мой взгляд, в принципе, этот конкурс, он занимает свое особое место, между, может быть, многочисленным конкурсом, который в этой сфере есть, и за рубежом, и в России, и конкурсы, рейтинги и так далее, потому что этот проект партнерский, в нем, кроме общественной палаты, участвуют форум доноров, газеты ведомости, проект «Пропал Скупер». И та методика, которая существует в этом конкурсе, она является прозрачной, на мой взгляд, и самое главное, постоянно развивающейся и совершенствующейся. Потому что то есть, это не какой-то закрытый механизм оценки, который сформирован раз и навсегда, и больше не меняется. Вот мне в этом конкурсе лично нравится то, что постоянно он совершенствуется. Понятно, что механизмы рейтингования вообще измерения лучше, не очень лучше, так, они всегда подвергаются критике, это естественно, потому что всегда бывает лучше, а всегда не очень, это бывает только процесс критика. Поэтому да, критика, наверное, всегда будет, но мы приветствуем конструктивную критику, ту, которая ведет реально не к тому, чтобы просто, ну, сказать, что полностью не делать все, а к тому, чтобы улучшить методику и кроме того, помочь тем компаниям, которые участвуют в этом конкурсе и хотят участвовать, просто разобраться в методике, но и изучить лучшие примеры, то есть опыт тех, кто занимает призовые места в этом конкурсе, с тем, чтобы можно было и самим совершенствовать свою деятельность. Мне кажется, что этот конкурс самое главное.